Самая нахуй ты телевизора Харакшет. Помните фильм «Бойцовский клуб»? А помните ли вы то главное правило? Не нужно упоминать о бойцовском клубе. У дежурного по городу тоже есть свое правило – помогать горожанам. Аварийное жилье, отсутствие остановок, небезопасные места. Проблем предостаточно, только вот почему-то наши чиновники на них не обращают внимания. Поднимите мне веки, не вижу. Вакцина от коронавируса – странный предмет. То она есть, то ее нет. Но, возможно, ее где-то можно купить. Залезем в интернет. Это, конечно, выдуманный сайт, но с проблемой вакцинации столкнулись у Ануденцы. Не могу по городу найти спутник Лайт. Везде только двухкомпонентная вакцина. Нам, обычным смертным, только двухкомпонентная. Пробовала обращаться в различные поликлиники, ответ везде одинаковый. Тотальная вакцинация. Именно такую фразу буквально год назад мы слышали абсолютно везде. И тогда чиновники говорили, что вакцины хватит абсолютно для всех. Мы пережили несколько волн, коронавирус пошел на спад, а вакцина стала куда-то пропадать. В настоящее время у нас в первой городской поликлинике вакцина «Спутник Лайт» отсутствует по причине отсутствия поставок. Вместо нее мы сейчас рекомендуем пациентам вакцинироваться вакциной «Спутник Ви», который, первый компонент которой он полностью совпадает со «Спутником Лайтом». В конце января Минздрав России изменил инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник Ви», поэтому его первый компонент подходит для ревакцинации тех, кто ранее поставил «Спутник Лайт», так как вакцины соответствуют по составу лекарственных препаратов. Только вот куда пропал облегченный вариант? В настоящее время вакцина «Спутник Лайт» в поликлиниках города отсутствует. Остаток вакцины по республике Бурятия на сегодня составляет почти 21 тысячу комплектов «Спутник Ви» «Гамковитвак», более 10,5 тысяч «Эпивак Корона», почти 4 тысячи «Ковивак». Да, я вас внимательно слушаю. Что вы говорите, какие у вас проблемы? Ага. А вообще кто-то отреагировал на это? А можно, пожалуйста, ваш номер телефона и вообще уточнить адрес? Ага, сейчас я запишу. Да, я вас внимательно слушаю. Пока крупные западные компании отказываются, чтобы их фильмы транслировали в России, нам своих ужасов, драм, ну и, конечно же, блокбастеров хватает на дорогах. Сейчас я покажу вам короткие трейлеры наших отечественных кинокартин. Помните фильм из 90-х «Невидимка»? Ты сделал это. Там человеку вкололи специальную сыворотку, и он получил такую сверхспособность. Наши городские чиновники пошли куда дальше и сделали целую невидимую остановку. Вы тут стоите, кого-то ждете? Автобус. А здесь есть остановка? Ну, раньше была, сейчас куда-то испарилась почему-то. Это очень неудобно. Стоишь между машинами, негде припарковаться автобусу. Сколько себя помню, остановка здесь всегда была. Она даже обозначена на карте городских маршрутов. Есть специальный остановочный карман. Только вот из-за отсутствия знака и так называемого остановочного навеса местные водители считают, что здесь парковка. Причем через дорогу есть остановочный пункт. Водители там не паркуются. Вообще, по закону, штраф за парковку на автобусной остановке от 1 до 2 тысяч рублей. Знак установится силами комитета по строительству. Информацию по срокам сможем предоставить 14 июня. А вот жители железнодорожного района словно герои из фильма про Индиана Джонсона. Путь к
господа. Ежедневно им приходится проходить вот такое вот испытание. Это, конечно, не прыжок веры, но выглядит довольно небезопасно. Но если задача главного героя была найти свой святой Грааль, то наша – не попасть под машину. Ведь в реальной жизни такая штука бессмертия тебе не даст. Я обхожу. Приходится мне в парк, да. Я иду в парк, занимаюсь пробежками. Как бы мне здесь некомфортно ходить. Наверное, есть какая-то возможность отодвинуть и, наверное, по требованию навес сделать сверху. По ГОСТу минимальная ширина однополосной пешеходной дорожки не менее метра. Тут даже рулетка не нужна, чтобы понять, строители оградили не по правилам. Пешеходам приходится либо уступать друг другу дорогу, или даже выходить на проезжую часть. А маломобильным гражданам придется и вовсе находить альтернативные пути, чтобы попасть в парк имени Орешкова. Видимо, ответственность за строительство опасный переход не сильно волнует. А почему, мы обязательно выясним в ближайшее время. Неужели в центре города никто не обращает внимания на эту ливневку? Возможно, это какой-то дизайнерский ход. Предположим, так лучше стекает вода. Но вот для водителей это будет совершенно нерадостный сюрприз. Ты не здоровишься? Ну давай, Бука. Ты не хочешь шарить? А здесь есть еще и конфеты, игрушки, много разных сюрпризов. И шарики тоже. Всех цветов. Надеемся, в наших канализациях нечто не водится, но ответственным лицам стоило бы обратить внимание на благоустройство дороги. А то для водителя это разбитая подвеска, убитые колеса и, возможно, смена бампера. А для вас суды и выплаты компенсации за ремонт. Решетку ливневой канализации на данном участке установят до 17 июня. Если серьезно, чему весь этот сюр? И в наше время жители 19-го дома по улице Банзарова страдают из-за отсутствия благоустройства. Туалета у них нет. А когда они решили его установить, возникли некоторые проблемы. И у нас туалет находился чуть дальше нашего двора. То есть мы туда выносили и помои, и туалет. Когда организация построила здесь вот новое здание, то они, естественно, этот туалет убрали. И мы остались отрезанными. Все равно надо куда-то ходить. Выкопали выгребную яму на месте старой кладовки. И со временем получается, что она осыпалась и зимой перемерзает, и все из нее выливается. Но жильцы даже успели найти решение. За собственный счет в своем дворе решили все-таки установить туалет. Но против оказались жильцы соседнего дома. Вот здесь хотели выкопать яму, эту землю. То есть ни туда, ни к ним на асфальт. И мы никому не мешаем, ни соседям, которые нам ставят препоны. Хотя это буквально полдня. Отсутствие туалета – это всего лишь малая часть проблем жильцов купеческого дома. Каждый день им приходится рисковать своим здоровьем. Про состояние этой лестницы я вам даже не буду рассказывать. Вы сами все прекрасно видите. Немного обидно за местных жителей, которым приходится подниматься по этой лестнице, чтобы принести воду или дрова. Ну а как-то отремонтировать ее, увы, нельзя. Как-никак, объект культурного наследия. Однажды мы приходим с работы, все раз и перекосилось. Ставили вот сюда вот стол. Получается, что основные вот эти вот два столба, они вообще уже вне годности. Ну, крыша, посмотрите, в каком состоянии. А если бы это все делалось вовремя, было бы все по-другому, правильно? Они ничего не могут сделать, сами понимаете. Они бы сделали с великим удовольствием, но бумаги. Бумаги, 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 бумаги. Например, в Томске есть проект «Дом за рубль». Он действует с 2016 года. Жителям предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома и получить льготу по арендной плате за дом и землю. Этот вариант рассматривают и в Улан-Удэ. В целом, жители домов, признанных памятниками архитектуры, планируют расселить. Правда, произойдет это не ранее 2025 года. К тому времени власти планируют обновить исторический центр Улан-Удэ. Только на расселение потребуется 5 миллиардов рублей. Финансирование попросили у федералов. Пакет документов уже отправили в Минвосток развития.
А сейчас по следам дежурного по городу. Неделю назад наша съемочная группа выезжала по обращению жителей железнодорожного района. Люди недовольны отсутствием благоустройства. Будет ли оно сделано, удалось выяснить лишь сейчас. И самое-то главное, что наш поселок сейчас, ЛВРЗ, превратился вообще в помойную яму. Вы понимаете? Делали теплотрассу на Октябрьской. Центральная улица Октябрьская нашего поселка. В каком она сейчас виде? Вы знаете, вообще полное запустение. Делали теплотрассу, переделывали, да? Снесли все деревья, все тополя, все кусты. Ничего нету. Ничего не восстановили. Уже второй год у нас мусор не убирают. У нас, видите, здесь свои дома. У них огороды. А то, что там в огороде, они все привозят, он в мешках. Все же сюда бросает. Включен рейд по данной улице в план для принятия, соответственно, каких-то мер в отношении лиц, которые допустили складирование мусора и неуборку мусора на данной территории. Для установки тех же лавочек в первую очередь необходимо согласие жителей тех домов, чьи окна будут выходить на эти лавочки. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что, к сожалению, в теплый период там неизбежно будут собираться маргинальные элементы, которые будут нарушать режим покоя и тишины. По разделительной полосе, к сожалению, правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок говорят о том, что мы не можем там садить ни деревья, ни кустарники, только газон. Но здесь мы ничего сделать не можем. Фокусы бывают разные. Кто-то достает животных из шляпы, кто-то умеет летать, а кто-то мастерски владеет картами. Один простой фокус я готов вам сейчас показать. Ваша задача – выбрать одну карту. Выбрали? Потрясающе. Ну а вот с более сложным фокусом столкнулись жители железнодорожного района. Нина Николаевна пенсионер. Некие фокусники обрезали ей батареи. Уже более 10 лет она пользуется только электрообогревателем. Только вот понять не может, почему ей до сих пор присылают счета за отопление. С 2016 года начались начисления, которые, ну, я считаю, во-первых, если батареи нет, да, то, естественно, и не должно быть начисления. Ну, они начисляют в полном объеме, зная о том, что их нет. С пенсии высчитывают, а пенсия и так маленькая, жить и так тяжело. Тут надо и лекарства, и продукты покупать. А и по пенсии на 6, на 8 тысяч. Буквально 2 года назад жители столицы уже столкнулись с такой магией. Суды, протесты, визиты в кабинеты правительства. Все это уже было. Да, ну был, конечно, долг. Я не отказываюсь. Но, тем не менее, меня слушать никто не захотел. Ну, на сегодняшний день у меня 61 тысяча уже долг. У Нины Николаевны болезнь Бехтерева. Ей сложно передвигаться, а тем более обивать пороги. А пенсия в 11 тысяч не только не дотягивает до мрота, но и ежемесячно почти в половину уходит на списание долга. В октябре 2019 года в ходе совещания под председательством главы Республики Бурятия было принято решение о произведении по указанному адресу перерасчета за услугу отопления, а также о возобновлении начисления платежей с 1 числа того же месяца, вне зависимости от восстановления потребителем отопительных систем. Со своей стороны, ТГК-14 предложила потребителю за счет собственных средств компании восстановить систему отопления в ее жилом помещении. Однако от восстановления она отказывается. Как говорят, в ТГК-14 не имеет значения, есть в квартире отопительные приборы или нет. Позиция тепловиков такая же, как у Верховного суда Российской Федерации. Отсутствие приборов отопления не освобождает собственника от уплаты услуги отопления. Я напомню вам правила дежурного по городу – помогать жителям столицы. 220-37. Звоните, мы постараемся решить ваши проблемы вместе. Дахинул Затара, БРТ.
Дежурный по городу, слушаю.